Первыми забили тревогу сотрудники банков-строителей. Фальшивую 5000-ную купюру попытались положить на свой банковский счет 20-летняя девушка и 23-летний молодой человек. Полицейские установили, что супружеская пара в этот же день уже пыталась сбыть купюру в нескольких магазинах поселка. Следственным отделом УМВД России по Тамбовскому району возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации. Лицо, причастное к совершению данного преступления, в настоящее время допрошено и получено признательные показания. В оборот житель строителя успел пустить две аналогичные купюры, одну из которых обнаружили позже в Росинкассации. Где находится третья купюра, сейчас устанавливают правоохранители. Подозреваемый ранее не раз привлекался к уголовной ответственности за совершение краж, в том числе из автомобилей.